Активисты местного отделения молодой гвардии «Единой России» второй год организуют в округе конкурс «Люберецкая краса». В отборочном этапе, который провели в культурном центре Дом офицеров, 20 люберчанок. Зачем и ради чего они идут на конкурс красоты, выяснял Богдан Колесников. Условия конкурса – участвуют незамужние и не имеющие детей девушки от 16 до 23 лет, которые учатся или живут в городском округе Люберцы. Бросить вызов соперницам, проявить талант и знания – готова каждая. Всегда хотелось чего-то новое пробовать и решила попробовать поучаствовать в этом конкурсе, потому что хотелось как-то заявить о себе, показать, что я вообще, кто я. А 13 число меня никак не смущает, тем более, что это любимое число моего папы, и я тоже считаю его своим счастливым. Я уверена в своих силах, я решила попробовать их все равно испытать, показать все, что я могу, все свои сильные стороны, и я надеюсь, что победа будет за мной. Если я что-то задумаю, то обязательно, несмотря на какие-то трудности, несмотря на преграды, обычно я всего этого добиваюсь. Конкурсные испытания продлятся месяц. В финал попадут 10 лучших, по мнению жюри девушек. Имя победительницы назовут 8 декабря. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛТВ.